готовить с вами суп из зеленой чечевицы. Рецепт очень простой, можно сделать очень быстро. Только нужно, вот стакан чечевицы я беру, вот такую кастрюльку. Нужно прежде всего промыть ее хорошенько, потому что она очень грязная. И замочу я в кипятке, вот залью горячей водой, пускай час постоит. Далее берем мы такую половину большой луковицы, дольку чеснока и мелко нарезаем. Лук мелко нарезала, чеснок мелко нарезала. Сейчас будем обжаривать в масле. В подсоленной воде варим чечевицу зеленую до готовности. После того, как сварилась чечевица, мы, значит, выключаем огонь и на дуршлаг ее. Лук жарим до золотистого цвета. Добавляем пол ложки пасты, жарим, обжариваем все это. Обжарили в томатной пасте, добавляем пряности тимьян. Это или тимьян, он дает вкус такой. Турки больше не любят другой пряности. Обжариваем и добавляем нашу чечевицу. Чуть-чуть обжарим ее. Прибавим огонь. И добавим кипяток. Осталось совсем немножко. Добавлю соль по вкусу. Будем немножко проварим ее. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки, написать комментарии и нажать на колокольчик, который находится рядом внизу под видео. И вам будет нетрудно, и мне сделаете приятное. С вами была Светлана Ата. Пока-пока!